Другим темам. Наблюдатели ОБСЕ, которые работают в Донбассе, получили уведомление об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров и от ополченцев, и от украинских силовиков. Теперь специалисты проверяют, действительно ли техника убрана в тыл минимум на 15 километров от линии разграничения. Инспекция должна завершиться сегодня, как и было обозначено в ходе переговоров в Минске. Первыми, раньше времени, вооружение переместили провозглашенные республики, но и украинская сторона уложилась в отведенные сроки.